будут болеть при каждом удачном действии с немыслимой поддержкой. Стеночка. Торрес. Ох, сколько иронии сейчас в Англии будет. Фернандо Торрес на пятом. Больше сильной половины человечества. Ну и Торрес так. Вроде надо радоваться. И должен радоваться. Пойди попробуй. Мата и Торрес. Лондонская и испанская пара. Абсолютно спокойно так. Не сильно под опорную ногу. Красиво. Прошел. В разрез передача. 2-0. Давид Сильва. Красивое открывание 21-го номера испанской сборной. Исполнение отменное. Ну и справился. Красиво. Может, и замена вратаря в перерыве у сборной Таити случится. Опять офсайда нет, и опять очень высокую эту защитную линию сборная Таити строит. Четыре ноль. Не минуты ранее, так сейчас. Давид Вилья. Должен был Вилья забивать чуть раньше. Это гениальная передача. Вроде бы простая, да? Посмотрите, как рядом защитник был, а как прыгал. И все равно мяч по дуге эту ногу игрока обороны обогнул. И вот уже в момент гола, по крайней мере, сразу нет. А вторым темпом есть. И между ног голкипер. Он забит. Давид Вилья. Дубль. И вот сборную Испании ограбили. Там любой мог забивать из трех игроков атаки. Положения вне игры не было. 5-0. Какая ошибка голкипера, даже, по-моему, задумался. Забивать или нет, Давид Вилья на секунду. Все-таки забил. Хороша. Или заменят. Передача со своей половины поля. Косорла. Так, будто бы бабочек ловил в этом эпизоде голкипер. Ну, все бывает, естественно. Восемь-ноль. Вот она, допустимый минимум. Хуан Мата. Спасибо, Испания. Спасибо, что не валяешь дурака в таком матче, заведя в счете 3-4-5 мячей. Очень достойно выглядят сейчас чемпионы мира и Европы. Не красуются. Не пижонят и даже отмечают. Рука и пенальти, да? В пределах штрафной это было. Матч сборной Португалии России.
О! Ликующий Маракана, счастливый стадион. Торрес побежал, убежал. Выход 1-1. Здорово. 9-0. И покер. Мысли против сборной Нигерии. Говорили футболисты Таити, что забить мяч для них вообще это самая смелая мечта. Играй против сборной Испании, не проиграй с двукратным счетом, двузначным счетом. Это, наверное, мечта в абсолюте, но кажется, что этого не случится.